Чтобы поведение всегда было спортивным, игроки новокуйбышевской волейбольной команды «Новая» решили привиться всем коллективам. Говорят, тренировки идут ежедневно, и если заболеет один игрок, он сразу же заразит других. Мы все вместе посовещались и решили, что мы будем делать прививку по многим причинам. Ну, перво-наперво, нам некогда болеть, и так как эта болезнь течет очень тяжело, со всякими осложнениями, а мы люди очень активные и подвержены, и общение, и нагрузки, и мы решили себя обезопасить. За игроками подтянулись и члены их семей. Волейболист Денис Шанкин на процедуру пришел вместе с супругой. Я отношусь положительно. Я думаю, нечего бояться. Вакцина уже прошла все испытания. Вот. Я думаю, это того стоит. Привиться ради своего же здоровья. В Новокуйбышевске прививают двумя вакцинами – гамковид-вак и эпивак-корона. Вторая больше подходит для пациентов, имеющих хронические заболевания и больных, находящихся дома. На сегодня в городе привито около 9500 человек. Процедуру проводят по двум адресам – Пирогова 1 и Островского 32. Мы приглашаем всех на вакцинацию, особенно пациентов, имеющих сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Эти пациенты наиболее подвержены заболеванию коронавирусом и развитию у них тяжелых осложнений. В настоящее время имеется небольшая тенденция к уменьшению заболеваемости коронавирусом в Новокуйбышевске, поэтому это для Новокуйбышевска очень важно. В Самаре сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Там оборудовали специальные кабинеты. Татьяне Хайкиной 68 лет. Говорит, не хочется находиться в группе риска, а потому, захватив паспорт, отправилась на процедуру в торговый центр. Это очень удобно для населения. Я считаю, правительство и наш президент озабочен нашим здоровьем. И мы как бы тоже знаем, что у нас есть дети, растут внуки. И это наша просто обязанность. Мы должны это сделать, но мы и сделали. После получения второго компонента вакцины пациентам на сайт госуслуг присылают сертификат. При необходимости его можно распечатать. Кроме того, получить справку о вакцинации можно в прививочном кабинете. Виктория Шарая, «События».